Уголовная политика – это часть социальной политики российского государства. Объективно говоря, это производная социальной, экономической, политической, внешнеэкономической, геополитической ситуации современного государства. Уголовная политика прежде всего направлена на предупреждение и борьбу с таким негативным явлением, социальным явлением, исторически сложившимся – это преступность. Возникает вопрос, каковы принципы уголовной политики? Эти принципы прежде всего базируются на основополагающих положениях Конституции Российской Федерации как основного закона. Фундаментальные принципы в виде законности, равенства граждан перед законом, гуманизма, демократизма, они сквозным методом проникают в уголовную политику. Безусловно, что уголовная политика, она включает и уголовно-процессуальную, уголовно-исполнительную и криминологическую составляющую. Это своеобразный комплекс, который прежде всего направлен на противодействие общеопасных преступных деяний и в широком смысле правонарушений. Уголовная статистика последних 50 лет наглядно свидетельствует о достаточно устойчивой тенденции сохранения уровня и динамики преступности. По официальным данным, сегодня фиксируется свыше 3 миллионов преступлений, которые совершаются на территории Российской Федерации. И вот на этой стадии, безусловно, возникает вопрос, а каков инструментарий уголовной политики и как это воплощается в реальную жизнь современного государства? Юридическим выражением политики является уголовное законодательство Российской Федерации, которое было принято в 1996 году и вступило в силу с 1 января 1997 года. За этот период в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство внесено достаточно большое количество изменений, дополнений. Проводилась определенная санация уголовного законодательства с точки зрения декриминализации или криминализации отдельных видов преступлений. Основными задачами уголовного законодательства является охрана наиболее значимых ценностей. Это прежде всего жизнь и здоровье граждан. Это основы конституционного строя и безопасности государства. Безусловно, что уголовное законодательство охраняет экономические отношения, защищает их. Исходя из современных реалий и угроз, перед которыми стоит российское государство, на первый план сегодня выходят преступления так называемого террористического и экстремистского характера. Объективно, сегодня ежегодно только на территории Российской Федерации фиксируется более 100-150 преступлений, которые подпадают под юрисдикцию уголовного законодательства, статьи 205, 206, 210 и так далее, и так далее. Безусловно, что без внимания законодателей не остается и
скажем, существующие сегодня реалии в экономической деятельности государства. С одной стороны, предусматривается уголовная ответственность за преступления в сфере собственности. Особенно, скажем, привлекает статистика относительно преступных деяний, совершенных с элементами мошенничества, кражами, грабежами, разбоями. Уголовная статистика показывает, что сегодня достаточно высок уровень преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. В этой части законодатель неоднократно вносил изменения и дополнения в группу статей, которые предусматривают ответственность за данную преступную деятельность. Объективно говоря, вообще уголовная политика современной России проецируется в фокусе института уголовного наказания. Если мы посмотрим с вами современное состояние уголовной юстиции, то можем сделать вывод о том, что сегодня уголовная политика идет в фарватере дальнейшей гуманизации. Исключены длительные сроки лишения свободы за преступления, которые не обладают достаточно высокой степенью общественной опасности. Отдельные составы преступления, особенно в экономической сфере, декриминализированы и переведены в разряд административных правонарушений. И если обратить внимание на, скажем, применение достаточно традиционных уголовных наказаний в виде лишения свободы, то также мы можем увидеть достаточно большое количество иллюстраций, которые свидетельствуют о том, что сегодня сокращается количество лиц, которые отбывают наказание в виде лишения свободы. И наоборот, увеличивается количество осужденных, которые отбывают наказание без изоляции от общества. Это еще раз свидетельствует о том, что сегодня уголовная политика характерна не только гуманизация, но и иллюстрируются такие принципы, как принцип законности, принцип равенства граждан перед законом. Если говорить об общих тенденциях, то, безусловно, они сегодня фокусируются относительно преступлений, которые посягают против основ государственности, основ конституционного строя в связи с проходящей специальной военной операцией. И здесь законодатель ужесточил уголовные наказания за преступления, которые сопровождаются с реабилитацией фашизма, за призывы к совершению ряда, скажем, преступлений, которые также могут посягать на отдельные компоненты и функционирование важных социальных институтов. Уголовная политика всегда была направлена в сторону предупреждения и профилактику преступлений среди несовершеннолетних. Если мы обратим внимание в сторону уголовной статистики, то можем свидетельствовать о том, что сегодня преступность несовершеннолетних не снижается. Она остается на уровне, скажем, порядка, который сложился там 5-10 лет назад. И несмотря вот на вот эту тенденцию, законодатель все-таки предусматривает наиболее, ну, скажем, мягкие меры уголовно-правовой реакции.
за преступления, которые совершаются лицами в возрасте от 16 до 18 лет. Мы сталкиваемся с достаточно новыми формами преступной деятельности, транснациональной преступности. Преступность сегодня использует не только традиционные формы совершения общественно опасных деяний, но и эта деятельность сопровождается информационными технологиями в сети интернет. Безусловно, что это накладывает ответственность на законодателя вырабатывать достаточно, скажем, эффективные меры противодействия. Уголовная политика должна соответствовать, как ранее уже отмечалось, динамике, характеру и степени общественной опасности преступления. На мой взгляд, это мера социальной защиты, защищенности общества от преступных посягательств. Насколько она будет эффективна, отсюда будет и зависеть благосостояние общества и простых граждан.